А перед просмотром видео я хотел бы попросить зайти и подписаться на канал Винчестера. На его канале здесь можно найти различные видео с механизмами, механическими загадками и также очень смешную и интересную рубрику, которая называется «Обзор на обзор». Ссылка на него в описании и всем приятного просмотра. Всем привет! А перед просмотром я хотел бы вас попросить поставить большой палец вверх и прокомментировать видео. Чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия и тем будет лучше. Ребята, вы себе даже не можете представить, как один лайк или положительный комментарий может повлиять на меня, дав мне больше силы, больше энергии, улучшенное настроение для того, чтобы записать новое видео как можно быстрее, записать его для вас, выложить его как можно быстрее, потому что я для вас стараюсь. И за это, ребята, надеюсь, что вы также будете мне выделять помощь, тем самым ставить лайки, комментировать, делать меня более энергичным, радовать меня, давать мне настроение. И я буду больше стараться для вас, потому что я буду знать, что вам это нравится, вы хотите больше серий, и вы хотите продолжения, ребята. Я надеюсь на вашу поддержку, и всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Десан, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, давайте мы дальше пойдем прокачивать нашу команду. Ну, тут еще, в принципе, немного так осталось прокачать ее. И поэтому, ребята, сейчас мы быстренько ее прокачаем. Нужно еще потом будет Шелдера эволюционировать. Его следующую эволюцию. Так, ну что, Ченси? Какие Ченси? Библиси. Почему я сказал Ченси? Ладно. Я даже не знаю, кем бы тебя. Может, Эдквиком, если Мяут, конечно, захочет. Мяут не может его изучить. Он нормальный, но не может. Тогда, ребята, Power... я даже не знаю, чем бить тебе. Каунтер. Ну, давайте по буфетам, ребята, попробуем. Так, Блисси. Каунтер. Ну, таким темпом мы тебя... сутки бить будем, и то вряд ли убьем, потому что ты еще потом хилиться будешь и все такое. Бедрил. Ну, не скажу, что мы, а вот так, ну, не прям быстро мы убьем, мне так кажется. И то может, ну да, она еще усыпила нас или что там. Так, конечно, мы фиг убьем. Или если мы будем вот так промазывается, то, конечно, мы хрен убьем. Шелдер, ты... Опа. Это, наверное, одна такая атака была, которая более-менее ударила. Потому что, как сейчас я вижу, он толком вообще не попадает даже. Ребят, я даже не знаю, кем бы нам прокачивать. Это что-то... Очень сейчас у нас команды какие-то, команда какая-то. Бедрил. Бедрил, я даже не знаю. Он вроде жук, но я не знаю, можно ли ему X-Sizer изучить. Ты, в принципе, да, вот, ты можешь бить вот этой атакой. Но это очень долго будет. А тебе еще 25 уровней нужно. И это мы 30 уровня убили. А 56 ты сутки бить будешь. Да-да, ну, а плюс к тому тебя еще и убьют сейчас. Ух, ребят, я даже не знаю. Оникс один, который тут более-менее... Ну, который офигенно тут прокачивался. Остальные... Ну, в буфет, вот. Я даже ему вот это не... Ты чё, сумасшедший? Ты же психический покемон. Shadow Ball. Это нафиг никому. Earthquake. А может, хотя вряд ли, конечно, мы... А не, офигеть, мы можем изучить Shadow Ball на Персиана. А ну. Ну. Изучили там, изучили, а какой смысл? А смысла тупо нету. Он даже, ну да, понятно, то есть. Ребята, я даже не знаю, как мы дальше будем еще прокачивать. Ониксом дальше будем всех прокачивать, и все. Пока уровень дает, да, будем Ониксом всем прокачивать. До тех пор вообще Оникса прокачаем, там, не знаю, к 70 уровню.
Потому что ребята, у нас тупо вот эти покемоны, я не знаю, что-то они не очень хотят вообще прокачиваться. Оникс единственный тут, который что-то хотя бы делает. Ну вот, две атаки, три атаки. Убил, дал там парочку уровней, да. Но не сможем же мы Ониксом прокачивать всех до 60-го. Это прям нереально долго будет, мне так кажется. Так, Оникс, давай ты. Быстро. Ну, у тебя уже и атака кончилась. О, еще одна, дабл эдж. Отлично. Это тоже нормально. Ну, ребят, я не знаю. Пока дает опыт другим покемонам, то хотя бы на Ониксе прокачаемся. По 2000 опыта дает, что, в принципе, офигеть как много, можно и так сказать. Больше, конечно, Ониксу дает, ну, в принципе, потому что логично, да, что он убивает. Но, как видите, ребята, другие толком ничего не наносят. И атаки вообще никаких не имеют. А как мы дальше будем прокачивать, я не представляю. Там еще хуже, можно сказать. То есть там вообще уже покемонов нету, которые бы тут что-то нормально делали. У нас даже уже каменных нету. Я, ребят, вообще не представляю, как мы дальше будем прокачиваться. Кто там у нас еще есть? Я, если честно, не помню. Давайте уже, ребята, прокачаем эту команду, а потом уже посмотрим, кто там есть. Так, иди сюда. Оникс у нас уже 64-й. Так. Так, отлично. Тебя еще. Отлично. Да нет, давай лучше на Оникса ты нападай, а не на Вабуфета. Так. И вот так. Вабуфет 43-й. Ну. Ладно, давайте, ребята, еще. Тогда немного. Там просто даже толком никакие атаки не появились, с помощью которых мы бы хотя бы что-то смогли сделать. Так, вот. Да, слушай, я сейчас тупо Оникса перемещу на первое место, и, наверное, мы так сейчас и сделаем. Так. И все. Чтобы просто-напросто не париться. Так. Ну, иди-ка ты сюда быстренько. Давайте, ребята, я не знаю, еще прокачаем парочку уровней, пока опыт идет всем покемонам. То есть, это, конечно, намного дольше, но, видите, ребята, покемоны такие попались, которые, в принципе, и атак нормальных не имеют. Так, ну иди. Да иди ты сюда, уворотливая. Так, вот. Еще ты быстренько. Еще ты быстренько. И ты тоже. И еще раз. Отлично. Вот, видите, ребята, в принципе, нормально, еще так уровни идет. Бедрил 42-й. Сейчас давайте, ребята, еще хотя бы 10 уровней, в общем, прокачаем. И знаете что, и, наверное, ребята, мы пойдем уже сделаем Раркенди себе. И тупо докачаем эту команду, потому что, как я заметил, что-то она не очень тут отлично прокачивается. У них у нас уже 68-й уровень, офигеть. Ну ты нашел на кого кинуть, но ладно. Тебя мы, в принципе, тоже убьем, если бы ты еще не хилился, зараза. Взял, и все, фулл ХП. Два хила, фулл ХП. А мы по нему даже, ребята, попасть не можем. Во, наконец-то. Так, Ченси. Почему я говорю Ченси? Уже второй раз или третий даже. Блисси. Так, о, 56-й. Еще раз. Отлично. Еще раз. Ты тут. И Оникс уже 69-й, офигеть. Ты еще. И еще раз. Так. Ну, давайте еще вот эту. И посмотрим. Ну, давайте еще вот эту. Отлично. Ху. Бедрил 44-й. Лидиан 46-й. Шелдер 42-й. Вабуфет 47-й. Ну, Персиан. Ты. Да на кого ты накинул? Ну, этого типа, вот этого чувака шадоуболом ты офигенно бьешь, да, и тебе нормально опыта дает. Лучше бы ты так Блисси бил. А Блисси ты вообще не попадаешь, или тупо атака неэффективная. Да, атака тупо неэффективная. Этим мы тоже можем бить, но это очень долго. Ну, хотя, если по 5000 опыта. Ну, давайте попробуем еще раз.
5000 опыта, но это было где-то за 30-ю Блисси. А за 57-ю, конечно, мы ее в 30 раз дольше бьем, но мне кажется, что, сейчас и более-менее так нормально опыта даст, или нет? Хотя бы 10 тысяч, ну, 9 тысяч, да. Хотя нет, 10 тысяч чем-то дал. Feint Attack. Shadow Ball, Splash, Power Gym. Давайте тогда нафиг Shadow Ball изучили, не знаю зачем, но ладно. Блисси, иди-ка ты сюда. Так, ну, давай без этого, не нужно хилиться. Так, Персин, ребята, 49-й. Офигеть. Тебя мы вот так, таким способом охренеть прям как долго качать будем, поэтому уже давайте лучше кинем тебя, потом даже Оникс тут как-то долго ее бьет. Оникс, Персин, ну Персин 4000 опыта. Давайте тогда 33 уровня. О, 33 ты с двух ударов убиваешь. 30-го тоже где-то с двух ударов. Да-да, с двух ударов. 54-го ты уже с 20 ударов. Так, ну 20 не 20, но... Ну, в принципе, нормально. Ну, конечно, если ты так хилиться будешь, то, конечно, 20, даже больше. Если усыплять нас будешь. Так. О, это нормальная атака, давайте попробуем. Дабл эдж. А, так я же изучил! Или это я на кого изучил? Не на Персина? Что-то я как-то, ребята, не заметил, на кого я изучил. Так. Ну, Оникс ты... Вот, отлично. Не, ну смотрите, ребята, то есть... Персину еще 8 уровней. Тем временем, пока мы его качаем, мы и других качаем. Более-менее так нормально. А ему нехиленько так опыта идет. Поэтому, ну... Попытаться можно. Так. Знаете, ребята, что мне написали? Я не знаю, проверял я или нет. То, что в этой серии... какой серии? В этом сезоне Райкваза какая-то забаганная. То есть, или она не спавнится, или... или там какая-то фигня, что не отображается в чате, что она спавнится. Или спавнится, но не ночью. То есть, в этой версии мне объясняли, что... Спавн Райквазы какой-то забаганный. Я, если, ребята, честно не знаю, потому что действительно на наших глазах уже тысячи Кёгроза спавнилось. Ну ладно, не тысячи, но просто охренеть как много, но это они, наверное, багом спавнятся, потому что есть вот сейчас они не спавнятся. А есть такое, когда в одну секунду по 5 штук спавнится. Я не знаю почему. Бью уже пару раз спавнился. Кёгр пару раз спавнился. Вот, видите, только сказал, уже заспавнился. А Райкваза... Я не знаю, или она спавнится, но тупо в чате не отображает, что она заспавнилась, или я, ребята, уже даже не знаю. Потому что это бред какой-то, если честно, то что столько времени мы ее ищем, и она еще даже ни разу не заспавнилась. Если честно, это как-то не очень. Так, Блисси, ну, то есть Персия, ну, уже более-менее так, 2, ну как, 3, ну, с 5-6 ударов, то есть он уже убивает. Более-менее. Так. Ну ладно, ты напал. Напала. И опять еще одна напала, Блисси. Так. Опа. И опять заспавнился. Я говорю, то есть вот эти Кёгры какие-то не... Может, если Кёгры такие баганые в этой версии, то может тогда и Райкваза какая-то баганая в этой версии. Хрен его знает. Ща, ребята, пойдем посмотрим еще раз на Райквазу. Может, действительно тупо не спавнится, да и все. О, это я не тем теперь. О, отлично. Ну что, ребята, давайте еще Персину один уровень. Вот как раз еще эту Блисси убьем. Если убьем. Если она хилится, столько не будет. Вот, отлично. А Бедрил 48-й, Шелдер. Ну. Раркенди у нас. О, как раз. Это офигенно. Так, иди сюда, Шелдер. Опа. Вот так, Шайни Шелдер эволюционирует. Давай. Идем, ребята, наверное, ставим его уже в компьютер. И, ну как в компьютер, еще, точнее, идем мы сейчас, ребята, делаем Rare Candy, прокачиваем их. А потом уже, наверное, ребята, берем новую команду и идем дальше прокачивать. Ух ты, синенький такой, Клойстер. Отлично. Фу. Ну что, может, действительно, ребята, ща... Домой. Я, ребят, пока что шейдеры выключил. Не знаю, что-то немного притупливало.
Ну вот, например, Рейкваза, иди сюда, твою. Твою. Может, она тупо не спамит, в том смысле, что не спамится, что... Ну, сейчас давайте поперхнемся. Так, ну что, ребята, идем искать Рейквазу. Извиняюсь, идем, ребята, искать Рейк... Хотя, как искать, хрен она заспамится, конечно, но все же. Опа! Да... А, ну, а чё ты раньше-то не спамилась, скотина? А, где ты? Попади, попади. А, иди сюда, зараза. Иди сюда. Короче, мы так профукаем все тупо покеболы. Ребята, она заспавнилась. Это или нам просто нереально повезло, или... А почему я в нее попасть не могу? А, вот. А, на ху. Мы, короче, прокакали все мастерболы. Сейчас, может, поднимем. Офигеть! Заспавнилась, ребята. Я просто так ты пикнулся, она тупо сразу заспавнилась. А раньше мы ее сутками искали, она тупо не спавнилась. Сейчас, ребята. Где наши мастерболы? Может, я сейчас на паузу тупо нажму и поищу их, потому что долго и нудно будет их искать, мне так кажется. Так, ну что, ребята, вот я тыпкнулся домой. Нашел я только один мастербол, другой я сколько искал. Ну, может, да, видео там видно, куда я его кидал, но сейчас я его искал и не нашел. Ребята, а почему не написала в чате того, что Рейкваза заспавнилась? Почему? Мне это просто интересно, если честно. Хрен его знает. У нас тут никого не написано. Ну, раньше она тупо не... Смотрите, ребята. Это или версия настолько баганая, или это просто с ума сойти можно. Мью заспавнился, может, 2-3 раза. Мы его искали, там летали, пролетали над джунглями. Мью заспавнился где-то 2-3 раза. Кёгр заспавнился 3 раза вроде. 2 или 3 тоже раза. Кто еще? И все, больше никто не спавнился. Кёгр спавнился раз 200, если не больше. Но, я не знаю, может, эта версия, вот именно эта версия баганая, потому что Кёгр спавнится 1 000 000 раз. Рейкваза спавнит, вообще не спавнится. А сейчас мы ее сколько искали, она не спавнилась. Сейчас ночью заспавнилась. И даже в чате не написала, вот что она где-то заспавнилась. Но смотрите, мне давно уже один человек писал, я не помню, кто мне писал, но я помню, что там было так сказано, что он читал на сайте и все такое, что в этой версии сказано про Рейквазу. И он мне написал то, что там разработчики сразу же после этой версии выпустили еще один фикс, потому что в этой версии был какой-то баг с Рейквазой. Он так и сказал, что он нашел какой-то там, ну, что они писали, что есть какой-то тут баг с Рейквазой. Так, давайте, пока я разговариваю, пойдем, ребята, сделаем себе ракеты, но сначала выкинем вещи. Он писал, что там есть какой-то баг с Рейквазой, но он не знал какой. То ли тупо в чате не показывается, что Рейкваза заспавнилась, как сейчас, вот, у нас не показалось, что Рейкваза заспавнилась, то ли она тупо вообще не спамится, или то ли она спамится, но не в том биоме, что там какой-то через баганный биом, то есть не в Sunflower Plains, а где-то в другом месте. Но как видите, ребята, она сейчас тупо заспамилась, и мне даже не написала, что она заспамилась. Хотя я, если бы на карте не показывался, что это легендарный покемон, то я бы его даже не увидел. Хрен его знает, ребята, почему не показывается, если честно. Ну, ладно, короче, пофиг. Баги, то есть, ладно, там куча багов с Кёгром, ладно. Сейчас какой-то баг с Рейквазой, что она заспавнилась, но не показалось сейчас, что она заспавнилась. Но, похрен, ребята. Плюс в том, что мы наконец-то словили Рейквазу, и сейчас мы, ребята, еще быстрее сможем закончить этот сезон, и все. И начать новый сезон. Я, ребята, надеюсь, вы рады, потому что я рад. Хоть как-то там Рейкваза через баг заспавнилась, мне как-то уже, знаете, баги и не баги, то есть, ладно, пофиг. Все же она заспавнилась, и сейчас мы уже, ребята, сможем закончить этот сезон, и все. Поэтому, короче, продаем мы, вот, точнее, покупаем мы золото, делаем Rare Candy, берем новую команду. Нам осталось прокачать наши команды, которые мы, в принципе, 6, которые мы, в принципе, быстро прокачиваем, 7 и 8. Давайте еще. Которые мы, ребята, в принципе, быстро прокачиваем. И все. То есть фигня, ребята, нам осталось. Ой, я кирку случайно выкинул. То есть, ребята, сейчас нам тупо осталось.
прокачивать нашу команду, потом мы себе, ребята, сделаем вот это. Потом мы себе сделаем Мьюту, то есть нужно будет сделать машину для клонирования Мьюту, твою ж. Это, в принципе, мне кажется, быстро будет. То есть, а ну давайте посмотрим, как она там вообще делается. Клон. Вот. Вот. Первая часть. Эмеральд, Обсидиан, Фосил Машин. Ну ладно, это, допустим, понятно. Это то же самое, только не эмеральд, а железо, не железо, а золото. А вот тут тоже обсидиан. То есть, в общем, нам нужно 3, 6 и еще 6, 12 обсидиана, которые мы добудем, ребята, в следующей части. И, в принципе, все. Ну, потом еще 2 фосил машины сделать. Ну, ладно, это мы потом сделаем. Так, это забираем. Это еще не выросло, поэтому пока что то не берем. Ну зато, ребята, пофиг. Заспавнится Райкваза через баг. Спавнится куча Кьюографов через баг. То есть Кьюограф спавнится куча, а Райкваза вообще ни одна не спавнится. Но сейчас заспавнилась и в чате не написала, что она заспавнилась. Ладно, короче, ребята, вообще пофиг. Заспавнилась, не заспавнилась, через баг, не через баг. Главное, мы ее словили. Главное, сейчас, ребята, сезон уже быстро закончится. То есть все, что нам осталось, сейчас прокачать команду. Заспавнить Порегонов, потому что они, ну, как бы не спавнятся, нужно их спавнить. И все. И все, ребята. Мы закончили сезон. Мы можем новый потом сезон начинать. Так, давайте еще вот это возьмем. Поэтому, ребята, офигенно, что Райкваза заспавнилась. То есть мы уже себе можем сделать вот это. Ну, сейчас только осталось прокачивать команды и все. Сейчас, что? Я что-то хотел, ребята, но... Дождь начался. Я что-то хотел, но я забыл, что, если честно. Что-то я хотел посмотреть. Ну я забыл, что, ребят. Ну ладно, пофиг. Забыл. Что-то хотел, но я забыл. Так. А, вот. Вот что я хотел. Мне тот человек написал, который сказал мне, что Порегон спавнится через, когда крафтишь кучу компьютеров, но там не очень большой шанс. То есть, чтобы я попробовал сделать парочку компьютеров. Ладно, чтобы так уже доказать, спавнится он или не спавнится, давайте уже сделаем. Ребята, я заспавню. Я сделаю 1, 2, 3, 4. Я сделаю 3 компьютера. Чтобы, в принципе, было нормально. Если там 64% шанса, то есть если мы скрафтим один компьютер, то 1% шанса. Если мы скрафтим шанс, ну, шанс, если мы крафтим 100 компьютеров, то, соответственно, 64% спауна, ну, шанс спауна. Поэтому, ребята, давайте сейчас посмотрим, что там еще нужно. Вот это, и что там, и редстоун, да? И вот так. Ну давайте посмотрим, ребята. Еще один эксперимент. Крафтим 3 компьютера. То есть крафтим стак, это получается шанс у нас 64% спауна Порегона. Первый раз не заспавнился. Выкидываем. Сейчас, ребята, второй. Если он сейчас не заспавнится, то это уже или тупо нереально, или нам пару раз он не заспавнился, хотя мы пару раз уже делаем компьютер, и он столько не заспавнился с шансом 64%. Или просто он тупо не спавнится, а мне, ну, может сказать, неправду сказали, или может у него как-то каким-то чудесным образом он заспавнился, а у меня какие-то ребята не спавнятся. Ну давайте еще раз попробуем. Один. Может 64% вот так пару раз, да, не пройдут, поэтому еще попробуем. Один. Это второй. Как видите, никто не заспавнился, нигде. Я еще даже напишу Порегон. О. Ребята, чувак, ты вообще? Вот как спавнить Порегона. Но мы его ловим уже так, не будем и потом себе крафтить 64 стака компьютеров. Мы его уже ловим и так, чтобы тупо, ребята, закончить сезон и все. Офигеть, чувак, я тебе благодарен за то, что ты сказал, я не знал. Я просто такой смотрю, вот, Порегон тут не спавнится, а где они? Они, оказывается, где-то возле спавнится. Это действительно, ребята, это правдивый способ спауна Порегона, то есть есть в Порегона спаун. Те, кто люди говорят, что нету спауна, просто не знают этот способ. Офигеть, чувак, я тебе реально благодарен, потому что я не знал. Я первый раз заспавнился, он может даже первый раз Порегон где-то заспавнился. Но, как вы видите, он не спавнится сразу перед нами, где ты крафтишь. О, где ты крафтишь. Да, он спавнится где-то снаружи или там за пару метров от тебя.
Ну это офигенно, чувак, я тебе благодарен, я действительно тупо не знал. Так, это сюда давайте поставим. Кого мы словили? Вот, Пуригоша. Нормал. Потом тебе нужно будет прокачивать. То есть Пуригон у нас уже есть. Вот сюда. А Райкваза, мы же ее словили. А, вот она, Райкваза, отлично. Фу, ребята, словили мы Райквазу, нашли офигенный способ, как спамить Поригона. Кто не знал, запоминайте. Чувак, я тебе еще раз говорю, я тебе благодарен, потому что я не знал, что она так спамится. И сейчас, ребята, все узнают, что вот как Поригон спамится, и у него есть спаун, поэтому уже могут так делать. А я не знаю, есть ли спаун вот таким способом у Поригона на сервере. Нужно потом будет попробовать. Я потом попробую, ребята, может и так есть. Поэтому, ребята, давайте на этом закончим. Мы словили Райквазу, не знаю, баг это или не баг. Мы словили Пуригона. Сейчас нам, ребята, осталось прокачать команду. И, ребята, если вы рады, ставьте жирнющий палец вверх, потому что в скором времени мы закончим этот сезон и начнем новый сезон, ребята. Давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.